Добрый день, мои хорошие! Сегодня мы с вами будем готовить замечательные оладьи. Оладьи с начинкой, непростые. Начинку можно выбрать любую, какую захотите. Я делаю с брынзой и абрикосовым джемом. Итак, нам понадобится 1 столовая ложка дрожжей, 2 стакана молока, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 2 яйца и 2 столовые ложки масла. Также нам понадобится 1,5 стакана муки, сыр брынза и абрикосовый джем. В теплое молоко добавляем все ингредиенты и аккуратно перемешиваем, чтобы не было комочков. Нарезаем сыр брынзу размером примерно 2-3 сантиметра, в зависимости от размера оладьи. В тесто добавляем еще немного муки, чтобы оно стало более густым. На сковороду аккуратно выливаем часть теста, затем складываем сверху сыр и заливаем еще немного теста. Жарим на медленном огне, когда поджарится, переворачиваем. Обязательно накрываем крышкой, чтобы они прожарились. Оладьи с абрикосовым джемом делаем таким же образом. Сверху добавляем тесто. Оладьи получаются невероятно пышные и вкусные. А кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Приятного аппетита!